Я хочу сказать, что у меня тут есть диски, но не все песни на этих дисках есть. Там всего 9 песен. И сейчас мы пишем второй альбом, в который входят вот песни, которые давно написаны, совсем давно, и которые новые. Вот. Поэтому вот всего 9 песен есть в записи. Но я надеюсь, что в следующем году мы уже презентуем вам новый диск. По традиции в декабре или в конце ноября. А сейчас я хочу вам спеть одну из новых песен. Ну, я ее считаю еще новой пока. Называется она «Подарок», но в народе мои подружки называют «Приворотная». Нарисуй на моем полуночном окне белой музыкой замысловатый узор, чтоб хотелось от счастья расплакаться мне, чтоб хотелось вести до утра разговор о непрошенной нежности на поводу и зимы в разнотравье степной аромат. У бесстыдно горящей луны на виду убежим, чтоб уже не вернуться назад. Закружи меня в юго искрящихся нот и в беспечную майскую ночь уведи. Просто сердце проснулось и снова поет, просто новое солнце забилось в груди. Эту зимнюю ночь нам пожаловал Бог, как подарок волшебный один на двоих. Так уютно и сладко свернувшись в клубок, задремала душа на ладонях твоих.